В Дагестане ужесточен масочный режим на общественном транспорте. Такое решение было озвучено в Минтрансе республики в связи с ухудшением эпидобстановки. Водители будут обеспечены средствами защиты и дезинфекции. В масках обязательно должны быть и пассажиры. В самих авто будут развешаны вывески о том, что без масок проезд запрещен. В МВД республики также сообщили, что в Дагестане совместно с Роспотребнадзором будут проводиться рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.